Со смены сезонов меняются не только потребности в более теплой одежде, но и пищевые. Осенью надо есть больше мяса, яиц и жирной рыбы. Скоро станет холодно и темно. Это не может не отразиться на настроении. Сохранить оптимизм помогут различные пряности. Эфирные масла, которые входят в состав пряностей, воздействуют на головной мозг и увеличивают количество эндорфинов, гормонов радости и удовольствия. Моросящие дожди, неустойчивая температура воздуха способствуют повышению заболеваемости простудой. Поэтому главной задачей осеннего питания является повышение иммунитета и правильно подобранный осенний рацион. В это время необходимо сделать упор на цитрусовые фрукты. Не стоит забывать и о замороженных овощах и фруктах. Черника, черная смородина, ежевика. Именно эти ягоды обязательно должны входить в осеннее меню, так как они содержат массу витаминов и нормализуют микрофлору кишечника, которой, к сожалению, мы уделяем недостаточно внимания. Питание осенью должно быть не только богато витаминами, также должны быть горячие, легкие для желудочно-кишечного тракта блюда, тушеные, овощные, рыбные и мясные блюда. Запекание – лучшие способы приготовления пищи осенью. От жареных, острых и жирных блюд лучше отказаться. Следите за своим питанием и будьте здоровы!